хочется, ну, у меня же откровенный все-таки блог, да, хочется затронуть очень щепетильную тему, над которой хочу просто понять, вот, как же все, нет, точнее, не понять, порадоваться за то, что дедушки и мужики, вот, 40+, многие, все-таки продолжают носить эти плавки. Не знаю, ребят, как вы к этому относитесь? Девочки, точнее. Парни-то ладно, с вами все понятно. Уже поколение, кому сейчас там до 40, они уже поняли, что вот эти вот плавки для мужика, это все-таки немножко зашквар. Но вот... Вы так грамотно подводили к вашей линии одежды, разговаривая про голову нет, Тума. Я вас увела. Об этом не думаю, нет, кстати. Ну давайте нет, расскажите, нет. Раз уж... Не, могу рассказать. Да, расскажите. Вот на вас же это не от вас? Нет, нет, не от Бородиной? Нет, это не мое. Ну, это, кстати, вот мне привезли из Тбилиси буквально 3 дня назад. Там есть такой девушка, такая дизайнер. Популярна она, насколько я понимаю, только в социальных сетях. Мне очень нравятся у нее вещи, вот я заказала. А что касается моих вещей... Идея возникла недавно, причем не у меня, а у моего мужа. Он сказал, что как это так? Почему у всех есть, у тебя нету? У тебя тоже должно вот быть. Что значит, бизнесмен. Молодец, вот. Молодец. Есть... Он мне сразу и салон открыл, и вещи, и сказал, я обязательно тебе буду помогать, потому что, вы знаете, я не знаю, мне как-то всегда очень, несмотря на то, что я в телевизоре так давно, очень стыдно. Стыдно за... Как-то вот я, и поэтому знакомых у меня в шоу-бизнесе так мало, я не умею продвигать, вот прям вот так вот продвигать свое, да, мне как-то вот все время было неудобно, и я не совсем уверена в себе до конца, и мне кажется все время, что не пойдет. И вот поэтому мне нужен рядом человек, который все время будет меня дергать и говорить, Ксюш, все получится. И вот как раз, слава богу, мой муж оказался таким человеком, который мне сказал, поверь мне, все у тебя получится. Если люди в таких количествах жаждут там знать, во что ты одеваешься, естественно, твоя коллекция должна понравиться. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24». Как к этому относятся девушки? Вам прикольно, когда мужики вот в плавках? Помню, был случай. Ладно, уже не помню. Но короче, конечно, пипец. Не знаю, что сказать.